Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист «Английский язык до автоматизма с нуля до уровня Advanced» и продолжаем нашу контрольную работу. Мы с вами проделали уже 550 заданий на перевод, с вами двигаемся дальше в рамках нашего плейлиста. Итак, переводим. Я не женат. I'm not married. Я холост. I'm холост single. I'm not married, I'm single. Это очень хорошее решение. Это it's очень хорошее. A very good решение decision. It's a very good decision. Вопрос. Это очевидно? Это? Is it? Очевидно, obvious. Is it obvious? Вопрос. Это знаменитый университет? Это? Is it? Знаменитый? A famous университет? University. Is it a famous university? Они бедные. Они. They're бедные. Poor. They're poor. День солнечный. День. The day солнечный is sunny. The day is sunny. Ее дочь в парке. Ее дочь. Her daughter в парке is in the park. Her daughter is in the park. Это самый лучший пример. Это it's самый лучший. The best. Пример, example. It's the best example. Эта проблема очень большая. Эта проблема. This problem. Очень большая. Is very big. This problem is very big. Мальчики дома. Мальчики. The boys дома are at home. The boys are at home. I'm not married. I'm single. It's a very good decision. Is it obvious? Is it a famous university? They're poor. The day is sunny. Your daughter is in the park. It's the best example. This problem is very big. The boys are at home. Кто он? Кто? Who? Он? Who is he? Где твоя комната? Где? Where? Твоя? Where is your комната, room? Where is your room? Мальчик очень умный. Мальчик. The boy очень умный is very clever. The boy is very clever. Его родители за границей сейчас. Его родители. His parents за границей are abroad сейчас now. His parents are abroad now. Вопрос. Это такой неэффективный метод? Это
Is it такой, such, неэффективный, an ineffective method, method? Is it such an ineffective method? Давайте еще раз помедленнее. Is it such an ineffective method? Кто та женщина? Кто? Who? Та? Who is that? Женщина, woman. Who is that woman? Она не певица, она актриса. Она не. She isn't певица. She isn't a singer. Она актриса. She's актриса. An actress. She isn't a singer. She's an actress. Кем работает твоя мама? То есть, дословно, какая работа у твоей мамы? Какая? What's работа твоей мамы? What's your mother's job? What's your mother's job? Это лучшая книга. Это it's лучшая, the best книга, book. It's the best book. Ты не оптимистичен. Ты не. You aren't оптимистичен. Optimistic. You aren't optimistic. Who is he? Where is your room? The boy is very clever. His parents are abroad now. Is it such an ineffective method? Who is that woman? She isn't a singer. She is an actress. What's your mother's job? It's the best book. You aren't optimistic. Эти слова новые для меня. Эти слова. These words новые. Are new для меня, for me. These words are new for me. Где это место? Где? Where is это место? This place. Where is this place? Вопрос. Я в правильном месте? Я. Am I в правильном, in the right месте, place? Am I in the right place? Китайский очень сложный. Китайский. Chinese. Очень сложный. Is very difficult. Chinese is very difficult. Вопрос. Твой брат дома? Твой брат? Is your brother дома? At home? Is your brother at home? Вопрос. Ты действительно устал? Ты? Are you действительно, really, устал, tight? Are you really tight? Вопрос. Эти новости важные? Эти новости. Is this news важные, important? Is this news important? Сколько стоит эта машина? Сколько стоит?
Но опять же, по умолчанию используем формы to be. Сколько стоит? How much эта машина is this car? How much is this car? Это невысокий уровень. Это не, it isn't высокий уровень, a high level. It isn't a high level. Этот уровень низкий. Этот уровень, this level, низкий, is low. It isn't a high level. This level is low. Сколько стоит один урок английского? Меня так часто спрашивают, сколько стоит? How much? Один урок английского is one English lesson. Ну, на что я отвечаю? Как вы думаете, что? My English lessons are free. Мои уроки по английскому бесплатны. Соответственно, you can watch them. Можете смотреть их on YouTube, на YouTube. Так. These words are new for me. Where is this place? Am I in the right place? Chinese is very difficult. Is your brother at home? Are you really tight? Is this news important? How much is this car? It isn't a high level. This level is low. How much is one English lesson? Это очень легкий урок. Это it's очень легкий. A very easy урок lesson. It's a very easy lesson. Экзамен сложный. Экзамен. The exam сложный is difficult. The exam is difficult. Он мой парень. Он. He's мой парень. My boyfriend. He's my boyfriend. Ну, соответственно, она моя девушка здесь же. Она. She's my девушка, my girlfriend. He's my boyfriend, she's my girlfriend. Все эти уроки бесплатные. Все эти уроки. All these lessons бесплатные are free. All these lessons are free. Она красивая. Она. She's красивая. Beautiful. She's beautiful. Он не уверен. Он не. He isn't уверен. Sure. He isn't sure. Ее мама на кухне. Ее мама, her mother, на кухне, is in the kitchen. Her mother is in the kitchen. Как зовут твою сестру? Получается, what's your sister's? Имя, name. What's your sister's name? Как ее зовут? Как ее зовут? What's her name?
Этот урок полезный для тебя? Вопрос. Этот урок? Is this lesson полезный? Useful для тебя? For you? Is this lesson useful for you? Он очень полезный. Он. It's очень полезный. It's very useful. Или можно ответить просто кратко. Very useful. Или он. Если он неодушевленный, мы говорим, что это it's. It. Получается, it's very useful. It's a very easy lesson. The exam is difficult. He's my boyfriend. She's my girlfriend. All these lessons are free. She is beautiful. He isn't sure. Your mother is in the kitchen. What's your sister's name? What's her name? Is this lesson useful for you? It's very useful. Как тебе этот тест? То есть дословно, как этот тест? Как? How? Этот тест? How is this test? How's this test? Мы полны оптимизма. Мы. We. Полны. Full. Оптимизма. Of optimism. We are full of optimism. Я не удовлетворен этим решением. Я не. I'm not. Удовлетворен. Satisfied этим решением. With this decision. I'm not satisfied with this decision. Вопрос. Он молодой? Он. Is he молодой? Young. Is he young? Он бизнесмен. Он. He's businessman. A businessman. He is a businessman. Вопрос. Твоей девушке 19. Твоей девушке. Is your girlfriend 19? 19. Is your girlfriend 19? Это очень интересная идея. Это. It's. Очень интересная. A very interesting. Идея. Idea. It's a very interesting idea. Сколько лет его сыну? Сколько лет? How old? Его сыну? Is his son. How old is his son? Ты лучший учитель в мире. Ты. You're лучший. The best teacher, учитель, в мире. In the world. You're the best teacher in the world. Она такая мудрая женщина. Она. She's такая. Such мудрая. A wise женщина. Woman. She's such a wise woman. How is this test? We are full of optimism. I am not satisfied with this decision. Is he young? He is a businessman. Is your girlfriend 19? It's a very interesting idea. How old is his son? You're the best teacher in the world. She is such a wise woman. Значит, друзья мои, отлично, вы уже сделали 600 заданий на перевод. Мы с вами двигаемся дальше в рамках нашего плейлиста. У нас предусмотрено 800 заданий, и потом обязательно напишите о вашем результате. Thank you.